Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру Злые мертвецы 2. Аманда. Ладно, у меня есть секрет, только не говори ничего маме. Не волнуйся, я ничего ей не скажу. Я нашла пистолет. Хотите его взять? Да. Спасибо. Аманда. Так, Лейла. Привет, как ты? Есть время? Мне нужна небольшая помощь. Продолжай. Я регулярно делаю вылазки в район уничтоженного завода. Но теперь там все отравлено радиацией. А ты не мог бы сходить туда и зачистить местность? В награду я научу тебя быстрее лечить свои раны. О, давай, конечно. Ничего себе. Это очень даже хорошо. Ух ты, какая у меня винтовочка, а? О, прям в бошку сейчас буду стрелять. Так, а ну-ка, стой нормально, ты чё? Ты видишь? Есть. С одного удара. Оу. С одного удара, смотри. Ё-моё. Ох ты как. Гад, а. Есть. Так, слишком близко подошли. Опа! Ай, промахнулся. Нет, это слишком слабое оружие. Хотя, подожди. Ух ты. Нет, надо менять оружие. Так, а ну-ка, где у меня сюда оружие? Оружие! Надеть. Вспомогательное. Все нормально. Это привычное мое оружие. А патронов, смотри-то, не хватает. У меня сейчас патроны все кончатся. Патрончики. Сколько у меня? 5 патронов, да? Ну нафиг. Взять кусок железа. А, ваш рюкзак заполнен. Да как так? Ну, смотри. Давай используем. Использовать. Мне это ничего не дает, слушай. Вода. Смотри, у меня здоровье-то не улучшается. Так, вы не можете читать книги, активируйте чтение. Оно, а где мне чтение? Вот умение. Чтение. У меня разве не было чтения? Так, разговор. Защита, здоровье, вождение, устойчивость, критическая лазерная способность. Вот чтение. Активировать. Так, а ну-ка, где у меня тут рюкзак? Книги эти надо еще читать было, оказывается. Предисловие к стихотворению. Так, вот это использовать. Книга для начинающих стрелков. Есть. Все, книги изучили. Карта для входа в научную базу. Так, мы не трогаем. Да, ну, это можно взять, в принципе. Кусок железа у нас место освободилось. Гад, у меня всего лишь все кончились боеприпасы, смотри. Угу, пестик сейчас возьмем. Нормально с пестика. Пятнашка.
Вот, смотри, фига себе. Ага, узнаете, почему зона стала радиоактивной? Ну, зомбаки, наверное, что-то там мутят. Подожди ты. Ух ты, а у меня много, смотри, этих, как его, патрончиков. Раз, два, три. Готово. Ну, пробоина, естественно. Найдите сварочный аппарат, почините бак с радиоактивными отходами. А где у меня сварочный аппарат? Где-то... А, в доме, в домике вот этом. Так, дай-ка я в домик пойду. Слушай, чувак. Да вы мне здесь не нужны. Так, кто-то меня ест. Да, собралось вас много. На меня одного. А, и тут, короче, можно застревать так. И у меня гранат нету. А, подожди, у меня же была граната. Вот так надеть. Конечно, на ремень. Все хорошо. О, сколько вас-то? Так, сейчас я вас в кучку соберу. Всех. Кучку соберу и взорву вас. Этих тоже сейчас мы соберем. Видишь, смотри, сколько много. И вот, смотри, бежит. Давай, все в кучку, все в кучку. Подождите, подождите, не спешите. Кучку собираемся. Ребята, вы отстаете. Давайте быстрее. Все вас уже ждут. Немножко сейчас оббежим вот так. Все, теперь можно кидать. Все, готово. Всех мы раскидали одной гранаткой. Вот сварочный аппарат. Берем. И бежим на базу. К отходам этим. Так, готово. Команда молодец, что мне дала пистолет. Без пистолета мне было бы не очень хорошо. Так, это что такое? Ух ты. А, это мне нужно обеззараживание производить. Очистка от радиации, конечно, конечно. Так, работа доктора завершена. Вернуться в город. А все я сделал, да? Все дела свои. Ух ты! А я не, я думал, думаю, дай проверю. Точно радиация. Тоже смотри. Радиейшн. Так, а сверху что у нас интересного? Сверху у нас ничего интересного нету. Ладно. Сейчас сделаю себе обеззараживание еще раз. А все уже, да? Ну и возвращаемся, естественно, в город. Так, с кем я там разговаривал? Вот он, Лейлом, да. Ну как это выглядит? Ну готово, проще пареной репы. Я выучу язык целителя. А, спасибо, Франк, не хотел, чтобы я туда ходил. Я покажу, как правильно наносить повязки. Целительство. Целительство плюс 2. А, команда Лейла. Торговец. Мне нужен торговец, слушай. Смотри, у меня получается что? Что здесь за... О, умение, подожди. 12 бесплатных очков. Угу. Целительство можно добавить, да, 2 очка. Вот работа с отмычкой. Увеличим. И еще знаешь, что мне нужно?
Критический удар может увеличивать вероятность нанесения критического удара. О, давай на максимум разовьем. И у нас здесь есть оружие, да, которым я пользуюсь лично. Лично я пользуюсь. Это у нас оружие называется Шмайсер 44. Тип брони 7 миллиметров. 7 миллиметров. 7 миллиметров. Так, 7,5 миллиметров. Мне нужно оружие. О, этот самый. 7,5 миллиметра. Вот это, значит, по патрону к ружью. Это к чему? Патроны 9 миллиметров. Купим. Не знаю, то я покупаю или не то. Патроны для ружья. Вот эти еще, может быть, вот эти. А, вот, 7,62. Вот этих мне надо купить, слушай, на все деньги. Все нормально. Давай. На все деньги купим, да и все. А что мне тут с рюкзаком? Патрончики, 700 патрончиков. Такая, как мы продадим. Продаем кусочки эти. Так, приступ психотворения. Что такое? Это не надо мне. И что еще? Еще таких... А, нет, подожди, где патрончики мои были? Исчезли, смотри, прикинь его. Вот предложение, смотри, исчезли. Это какие-то... Это что-то другое. А, нет, вот они. Патрончики. А, это 9 миллиметров, слушай, нет. Ну ладно. Нормально все. Это что за чувак? Ас. Я знаю, чем тут можно заняться. Охота на зомби, защита местности. Так, охота на зомби давай. Что-нибудь есть еще? Так, защита от зомби, защита от местности. Давай я защиту от местности возьмем. Так, нету ничего, да, у тебя? Ну, сейчас сделаем. Карту откроем. Вот дом аса. Сюда пойдем. Сейчас посмотрим. И посмотрим, сколько у нас патронов. Правильно ли я купил? Это мы убираем. А, нет, подожди. Вот этот одеваем. Все. Так, меняем оружие. 733. Так, все, вижу, как выглядят. Вот мои патрончики. 7,62. Угу. 733. Блин, ну я на них отдал все свои деньги. А, можно сюда в кабинку сесть, что ли? Ух ты, как удобно. Приближается волна зомби. Тут тоже, смотри, патроны не бесконечны. Видишь как? Главное, чтобы они до меня не дошли. Так, есть, готовы. Кто там меня жрал? Подожди. Готово. А, приближается вторая волна зомби. А я эти все взорвал, слушай. О, нет, пёска, нет, иди. Так. Вон с этой стороны еще идут, смотри. Так, бабулька, что тебе надо, а? Встань. Так, здесь готовы. И эти тоже все готовы. Так, третья будет волна. Эй, эй, где? Гады, вы что ты? Так, будет третья волна или нет? А, тут бесконечное оружие, слушай. Третья волна. А, ну если этот патрон это бесконечный, то я могу их рассекачивать и все. Так, мне главное посмотреть. Нет нигде больше, да?
Вот гад я за них. Да ты че, а, гаденыш? Фигайся на чистое место свои. Где? Где еще? А миссия завершена. Есть. А, оказывается, она еще заканчивающаяся. Ну, нормально. Нормально постреляли. Вернуться в город. Тут ничего интересного нету. Ну что, 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 входим. Посмотрим, что это он мне даст за это. Где вот он, ас. Так, защита месяцевости я сделал. Давай денежку. Все, пока, хватит. На сегодня заканчиваем серию. Всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Если вам не сложно, поставьте лайк этому ролику. Будет, мне будет очень приятно. Всем пока-пока. Удачи. Всем удачи.